Тебя слышно хорошо меня, Светик? Да. Всем привет. Привет, привет. У меня все время, знаешь, такой вопрос в голове. Многие вот почему-то часто люди пишут, я замечала в чатах, что нужно куда-то уехать, да, а где жить, как жить, с кем жить, нужно кого-то бросить, что-то сделать, куда-то идти, что-то менять, а на самом деле от себя не убежишь. Да, нужно менять, но нужно не менять обстановку, да, а менять себя в первую очередь. Вот, потому что все это есть наше отражение. И, конечно же, может быть, и ходьба, она... Мне, знаешь, что вчера посетила интересная мысль? Мы вчера посмотрели фильм с семьей про Эверест, как люди поднимаются. И я поняла, что когда люди спят, они замерзают. То есть они засыпают и замерзают. Да? Тело останавливает свои обменные вещества, обменные процессы. А чтобы не замерзать, люди начинают ходить. Да? То есть людям, которым свойственно, может быть, замерзать, либо которые с севера, я замечаю, что... либо у них связан менталитет, либо работа, да, с движением. Они начинают ходить. И их трансформации, именно замена еды, уходит в движение, в спорт, в хождение. А люди, которые близки к лету, которые близки к солнцу, вообще везде на юге такие все размеренные, правда же? Потому что на солнце у нас вырабатывается очень много витаминов, водорастворимых, печень начинает производить. Как говорят, да, хочешь, чтобы появился витамин D3 на солнышке побудь, витамин В точно так же, ребят, вырабатывается. Точно так же витамин С, он как бы лучше вырабатывается на солнце. Но в плохую погоду он меньше вырабатывается нашим организмом. Научные факты. И, соответственно, ну, печень все вырабатывает, и, ну, человеку не нужно трудиться, много энергии давать, у печени так уже энергии, и эти все основные витаминки В, С, они участвуют в обменный процесс, в обмене, в обмене веществ, в процессах таких, которые помогают нам входить в автономное состояние, и мы через визуализацию, через релаксацию, через медитацию в осознании мы можем выйти, да, в состояние автономии. И эти люди больше подвержены выходу, наверное, через медитацию. Люди, которые больше занимаются работой, нагружены чем-то, им сложно снимать с себя груз, установки, да, замученность вот этим вот, проблемам в голове, им подходит больше психологический вопрос. Вот какие у меня, знаешь, такие мысли вчера возникли. Я так, знаешь, посмотрела, в принципе, наверное, факт, да, вот кого я знаю из автономов, так оно и получается. Южные люди больше через творчество, через сердечность какой-то медитации, более северные, они ходят. Они также генерят энергию немножко по-другому. Но я могу сказать, что я тогда сборный человек. Ну, ты, да, начинала, ты я сборный. Психология — это снятие установок. Психология — это снятие с себя, вот это напряжение в голове. У меня тоже это есть, присутствует. Я люблю работать с психосоматикой, им она помогает переключать мозг. Психология помогает переключать мозг, да, уходить от этого. Ему нужно разобраться во всем. А психология говорит, не так, это не эта дорога, а другой дорогой нужно идти, тогда все получится. Вот. Ну, не всегда так, потому что если мы начнем разбираться некоторые вещи, которые в нас происходят, если мы начнем разбираться через психологию, нас может так это затянуть, так увести. И самое идеальное, что это я уже испытала на себе, это испытали мои ребята на марафонах, они тоже дают огромный отклик мне. Когда мы начинаем жить здесь и сейчас, то у нас вот эти вот проработки, они автоматически отваливаются, они становятся ненужными за ненадобностью. Потому что то, что было, это уже прошлое, его уже нет. А то, что будущее, оно еще не наступило, его тоже нет. И именно поэтому вот у нас люди путаются, они не знают, они свой предыдущий опыт перекладывают на будущий, а в настоящем не живут.
Именно Да. поэтому вот бабушки, да, очень часто говорят там, вот прожила жизнь, а жизни и не видала. И это на самом деле так происходит. Но мы что-то с тобой не туда ушли, мы же про дом хотели. Так, сейчас Если я тему дом для автономов. записала. Ты вопросы читаешь, да? Сейчас тему зафиксирую, 5 сект. Прикрепить. Все, прикрепила. Да, про дом. Но вот знаешь, про осознание тоже. Сегодня встал такой вопрос. Вот начинаем говорить, да, рассказываю все процессы, все понятно. А что такое осознанность? И как вот с нею, да, с этой осознанностью быть? Я стала объяснять тоже таким же примерным макаром, как ты сейчас объясняла, то есть именно осознание, что я делаю, для чего я это делаю. То есть эти вопросы, они возвращают нас здесь и сейчас. Это и есть осознанное состояние. И когда вот есть эта осознанность, где я и кто я, неважно, где ты находишься, дом получается там, где ты есть, где ты себя осознал. Осознал, включился ты здесь, дом в машине, да, дом среди одних людей, среди близких, среди других людей, неважно, где ты находишься, главное, ты осознанный. Тебе становится настолько комфортно и уютно, что ты чувствуешь себя как дома. Есть такое, да, я себя чувствую как дома же, есть такое выражение, да? Когда мы выражаемся, вспоминайте все, когда я настоящий, когда я живу здесь и сейчас, когда я осознаю, кто я, зачем, как бы, да, вот это вот, не то, что зачем, заморачиваясь, а именно, когда я погружаю себя в настоящего, убираю вот эти вот препоны, шаблоны, установки, я просто расслабленный. И тогда эти Но вопросы дело в зачем том, что у нас не отваливаются? каждый может поймать себя настоящего. У нас человек склонен воспринимать себя таким, как его научили. То есть он себя Да. воспринимает комплексом действий и поступков. Да. А это априори неправильно. Угу, правильно, да. Хорошо говоришь. И вот как себя, да, настоящего раздобыть? Мне вот лично всегда помогали вопросы. И девчонкам, с которыми я общаюсь, вот это я называю не только есть аффирмация, а афформации. В психологии есть такой элемент, как зачем я здесь, да, и почему, для чего мне это все. И когда ты отвечаешь на эти вопросы, то эти вопросы больше в голове не всплывают, уходят все остановки. Ты просто как будто бы заходишь в дом, зачем мне пальто? Ты снимаешь пальто свое, ты раздеваешься, ты становишься настоящим. То есть тебе вот эта одежда не нужна. Одежда шаблонов общества. Вот. И ты становишься настоящий сам перед собой. Ты можешь делать все, что угодно. Тебе не нужны шаблоны. Часто бывает, да, люди выходят на улицу, они там стараются быть такими прям вот правильными. Домой приходят, они там кидают тапки, то, сё, да. И им совершенно пофиг, кто бы их там вот. Они знают, что их никто не увидит. Но вот настоящим нужно быть всегда. Неважно, считает его Но общество это правильным или дело не нет. в том, что нужно быть. Дело в том, что у нас люди не умеют быть настоящими. И если люди начинают задавать себе вопрос, а зачем я здесь, их этот вопрос утянет не туда. На самом деле, зачем я здесь, кто я? Да, Что кто значит я? зачем и кто я? Кто я? Это есть такое. И Но тогда, если с правильных вопросов начинать, то эти вопросы, они сами по себе отвалятся. И Просто дом кто я, действительно это не каждый может ответить, кто я. Не каждый каждый. может ответить. Каждый. Если задуматься, Нет. и тогда он ответит себе на вопрос, кто я? Кто я? Кто задает этот вопрос? Кто задал вопрос в моей голове? И если человек ответит на этот вопрос, то все остальные вопросы у него начинают отваливаться. А, ну вот как раз вопрос, зачем я здесь, да, это как предварительный вопрос, потом Зачем, кто кто я. здесь? Да, Нет, не вот, то предварительный. есть это Он предварительный. отвалится у тебя, этот вопрос, если ты начнешь задавать, кто задает этот вопрос. Кто задал вопрос, зачем я здесь?
кто я? Это кто понятно, задает но этот вопрос? люди обычно идут с обычным стандартным путем. Я рассказываю про свой опыт, да? Вначале зачем, а почему я это делаю, а потом уже вопрос, кто я. Это стандартное мышление каждого человека. Зачем спрашивать мне, кто я? Вот, как бы живя в жизни, кто я? Я А ведь кто знаю, задал кто я. этот вопрос? Ведь я же знаю, кто я, да? У меня есть шаблоны, установки, я знаю, кто я. Я знаю, кто Кристина, да? То есть я знаю, как про меня думают, я знаю, как я про себя думаю. У меня есть классная медитация такая, она мне очень в свое время помогла найти себя. Это когда садишься, начинаешь говорить себе, я не есть Кристина, я не то, что о себе думаю, и не то, что обо мне думают. Эта история жизни не моя история жизни. И эта работа не моя работа. И вот это все, что происходит в этой жизни, начинаешь перечислять. И ты как будто бы становишься в позицию наблюдения. И тогда приходят ответы, кто я. То есть именно видение себя. А кто себя. Наблюдает? Кристиночка, а кто наблюдает? Конечно, наблюдаешь. Кто наблюдает? Ты за собой А сам кто я сам? Вот. А кто я сам? Ты есть тот самый настоящий. Твое высшее я. То вечное, которое пришло сюда и живет в этом теле, в этом аватаре. И когда идет вот это вот осознание, и понимание, да, как работает ум, как навязано, да, легко просто видишь вот эти все программы, которые лежат в тебе в голове. Ты не увидишь эти программы, если ты будешь задавать эти вопросы. Ты будешь думать, что ты увидела те программы, если ты будешь задавать эти вопросы. Вот в этом-то и беда у людей. Они не могут прийти к себе, к самому себе, потому что они начинают с неправильных вопросов, которые их затягивают просто в философию. Философия безосновательна. Мы очень много любим пофилософствовать, но поймать себя, прийти к себе и увидеть — это другое. Я тебе скажу, это помогло не одной мне, это многим помогло найти себя. Вот, в таких именно медитациях, в таком общении. Очень схоже есть медитация у Даны Смирнова, он транслирует, он здесь подключился, у него тоже есть на осознанность интересные курсы. Вот, и я думаю, что здесь именно от склада ума зависит, от того, как человек, а в каком направлении привык думать. Может быть, ты просто не можешь поймать нить, то, что я хочу донести. Но именно наблюдение и отрывание себя от обыденной жизни позволяет взглянуть на себя. Не уход в философию, нет. Это не философия. Это настройка на внутреннее свое состояние, на центр себя. Потому что раз мир весь зеркало, то мы находимся в центре, в себе. И когда мы начинаем наблюдать, мы наблюдаем изнутри себя. И тогда легко осознается, что весь мир построен тобою. И легко получается управление. Но я здесь с этим с тобой не согласна. Это если ты начинаешь наблюдать изнутри себя, ты четко чувствуешь свои границы, ты ограничен. А если ты начинаешь понимать, кто вообще, кто задает эти вопросы, кто наблюдает, кто есть ум, ты говоришь, это просто вот от ума. А ум, он где? Где он находится? Это как уже он выглядит? Это уже потом. Это уже потом. Вначале просто осознание своей целостности. Что такое целостность? Что такое своя целостность? Осознание того, что ты есть больше, чем это тело. Вот это целостность твоя. Вот. Об этом вопрос. Потом он всплывает, кто ты. А есть ли ты? Я есть, и меня сразу нет. Все сразу вместе свет. Это философия. Это не философия, нет. Я как капля, знаешь, мы все как капля в море. Та, которая сразу есть море и океан, и которая сразу не существует. Это про это. Ну, я немножечко с этим не согласна, но я не буду в этом. Я очень много это, мы разбираем это с ребятами на курсах, это действительно
очень тонкий момент, и это достаточно длительный, и нам, в принципе, часто даже не хватит, чтобы это разобрать, да? Вот. И у нас с тобой была вообще тема про дом, мы с тобой опять про открыли, дом, кто да. Я, где я, есть ли я. Настюша, вот, там привет. Ребята, по-моему, мне просто вопросы. Очень понравилось, через такую же философию я встретила очень близко ко мне Олюшку Сову, которая вышла и выводит людей тоже на автономии. Она социально не очень проявлена, но у нее большое сарафанное радио, большой просто хост, с которым она постоянно работает и помогает людям. И вот именно вопросы концентрации ума в центре себя, потом выход на кто я, это работает, и я к этому пришла практически, потом я с ней познакомилась. Поэтому для меня это не просто философия, а определенный путь, который имеет фундамент и отражение, я свое нашла в Ольге. А про дом, почему начали мы с тобой с осознанности, все очень просто. Я здесь, я сейчас, и там, где я здесь, там есть мой дом. У меня это так складывается. Когда мне комфортно, да, я чувствую, что я как у себя дома. Я у себя дома, я могу чувствовать свой комфорт, что я здесь сейчас. В гостях у Насти, у тебя. И я буду опять дома, это есть мой дом. Для меня вот с детства такого не было понятия, что есть дом, куда нужно вернуться. Знаешь, есть люди, которые могут только дома поспать, прийти домой. Вот. И это было не про меня. Ну, вот. Наверное, сейчас ближе все-таки дом. Это если ты находишься в состоянии именно осознанности, не в состоянии философского ума, которого я не знаю просто, где он существует, где он находится, в какой части этого аватара, поэтому я про ум вообще ничего не говорю. И если ты в этом состоянии здесь и сейчас, ты же в этом состоянии можешь быть только абсолютно счастливым. Но, чтобы было понятно, ровно счастливым. То есть у тебя нет вспышек вот этих вот гормональных, что там, о, эйфория какая-то, да? Ты абсолютно счастлив, абсолютно ровно счастлив. И когда ты находишься в этом состоянии, тебе хорошо везде. И на сегодняшний день я просто определяю вот эти вот, если убрать вот этот вот весь мусор философский, да, вот дом — это там, где там то-то, то-то, то-то. На самом деле дом — это там, где тебе комфортно, а тебе в этом состоянии комфортно везде. Дом для меня — это там, где на сегодняшний день комфортно моим детям учиться, социально развиваться, так как это сейчас закладывает в большей степени социум, потому что они должны идти не моим путем, а обязательно только своим. Я в абсолютном принятии их. Дом — это там, где я могу сделать какие-то социальные вещи, то есть я могу зарядить тот же гаджет. То есть мы же не можем отказаться полностью от всех благ. Если бы мы от них отказались, про нас бы никто не узнал, мы бы что-то не узнали. И вот эти вот моменты, их нельзя откинуть. Мы живем не на острове, хотя я бы, конечно, бы с удовольствием бы на нем пожила, но у меня есть обязательства. Обязательства перед моими детьми в первую очередь, которых я должна в этом социуме дать им максимум, что я могу дать им сейчас, чтобы они в дальнейшем выбрали свой путь наиболее комфортный для себя, не наиболее лучший для выживания, да, а наиболее именно комфортный для своего «я», для своего истинного «я», без вот этих вот шаблонов, которые прикрепили к нам общество, социум. Это, наверное, и есть дом, без каких-то вот этих вот четырех стен, да, а именно вот это вот состояние чувства единства с тем, что тебя окружает и где тебе хорошо. Гармония. На сегодняшний день. Это я называю целостность и осознанность, я называю это так. И ты чувствуешь целостность, что оно гармонично. Твое целое, которое тебе дорого, оно гармонично. И находясь также помимо семьи с друзьями, для меня также может быть дом. Да? Находясь у родственников, это также мой дом. А находясь, да, ответственность моя, допустим, она не только заключается перед детьми, но перед мужем. И вот ремонт, который он возложил на свои плечи, для меня это тоже важно.
И вот когда мы вместе это решаем и все делаем, для меня это тоже состояние целостности дома, состояние осознанности. Не покидает в этот момент. Я осознаю, что я есть я, он есть он. В состоянии целости ощущение дома, что вот он, уют семейный. Это как раз помогает жить вместе с людьми, которые вне конфессии, при полном принятии. И также дети, которые там сегодня едят, завтра не едят. Это совершенно нормально. Но, конечно же, я ощущаю их. Первое время у меня была путаница, знаешь, какая? Год и два назад, когда я начинала только практиковать сухие дни, была путаница. Я почувствовала себя, что я хочу спать, либо не себя. Я почувствовала свою радость, то есть я начала глубоко чувствовать себя в других, то есть я увидела через центр себя, увидев себя в других, я осознала, что я есть все мое окружение, и в то же время была сложность выстроить границы эти. И у меня происходила такая как бы дисгармония, да, я вроде бы хочу спать, но вроде бы не хочу. Или наоборот, я не хочу, дети засыпают, я их чувствую, меня клонит в сон. Потом я смотрю, что они уснули, и я осознаю, что я спать не хочу. Я анализирую и понимаю, что это они хотели спать. Я поймала их. Я поймала вкус, там, желание поесть что-то других близких родственников. У меня в этом путанице была дисгармония, я не чувствовала себя дома, как дома. Я не могла почувствовать себя именно в доме, в каком-то другом месте. Как будто, знаешь, как геолокатор, который все ловил и все считывало. Такая некая есть особенность. Но теперь я научилась контролировать ее, абстрагироваться, ею пользоваться. И прочитала, что это свойственно именно когда у нас включаются гены ДНК, когда у нас не 64, а 81 код ДНК. Он становится узелковый код ДНК, когда она про это говорила и пишет Валентина Миронова. Вот. И как раз ощущение осознанности наступает, и ощущение чувствования глубокого мира. Но в то же время вычленение себя из этого. То есть ты осознаешь, где эти границы. То есть вот этот какой-то новый уровень наступает. И когда я с этим справилась и поняла, как управлять этим кодом, то есть 81 код ДНК, он не постоянно находится, насколько я прочитала. Он то появляется, то исчезает, благодаря нашей осознанности. А из-за этого поначалу вываливаешься, и у меня чувство дома, оно пропадало. Какое-то враждебное состояние вначале было, да? Даже дома можно было себя почувствовать враждебно. Но потом в процессе я поняла, как это должно происходить внутри во мне, да? Что-то есть мое, что-то не мое. Вот, и у меня полная идея, полное принятие пришло. И мой дом теперь везде, где есть вот эта вот сборка меня, здесь и сейчас. Это и есть мой дом. Меня огорчает... Да, хотела прочитать. Чего, Свет? Я говорю, там, по-моему, вопросики написали, но мне не видно. Я сейчас прочитаю, да, как раз хотела прочитать. Мы с тобой в одном. Меня огорчает, что я, как Настя, не могу пойти в путешествие, потому что тоже есть ребенок, за которого я несколько, ну, отнесу ответственность, я понимаю, да. А другой пишет, мне скучно не жрать, не кайфовать. Вас не огорчает, это тоже нормально, это ваш путь, и это тоже нормально. Нет, хорошо или плохо, у нас мозг не воспринимает вот эти вот шаблоны, которые мы навязали, вот здесь вот хорошо, вот здесь вот плохо. У нас он воспринимает всплеск каких-то гормонов. И он для него просто по шкале идет, по 10-бальной шкале, но не в сторону хорошо-плохо. И если вы хотите на сегодняшний день вам по кайфу кушать и спать, то это делайте. Когда вы придете к другому какому-то своему осознанию, то вы пойдете другим путем. И это тоже нормально. Не надо гнаться за кем-то, не надо гнаться за тем, кто не ест и не спит, потому что вам это будет некомфортно. Не надо гнаться за Настей, потому что вот она так решила, и вы думаете, что у нее там вот так вот ей классно, и вам было бы так классно. Вам классно на вашем месте, с вашим ребенком,
вам здорово то, что вы можете с ним пройти только две улицы, а не 23 города. И это тоже классно. И как только вы начнете вот это вот принимать, ваш путь, он самый замечательный для вас. Для Насти самый замечательный ее путь. Для меня мой, для Кристины ее. И как только мы осознаем свой путь, как только мы в него полностью погрузимся и войдем, мы будем в абсолютном счастье. Нам не нужно будет других путей. Нам не нужно будет ориентироваться на кого-то. Нам не нужно будет идти за кем-то. У нас своя дорога, которая нас приведет к нашему абсолюту. Да, я хотела сейчас... Я вижу, что девушка пишет, что про зажоры сейчас. Я хочу добавить просто про детей. А что про зажоры? Прочитай, пожалуйста. Сейчас. Ну, я прочитала, что мне скучно не жрать, не кайфовать, да? То есть человек хочет кушать, и он получает кайф от этого, да? Я после воздержания ухожу в зажоры. Но я про детей хотела добавить. Знаете, ребят, у меня Настюша, когда жила, ей нужно все время двигаться, и мы старались вот это все вместе совмещать. И вы знаете, построились новые маршруты, где дети начали также двигаться, также перемещаться. Мне даже в голову не приходило их как-то направить по-другому. Вот что происходит. То есть позволить себе подумать иначе про детей. Значит, нужно пройти не две улицы, как обычно ходите, а другим маршрутом и на шестую улицу, совершенно через другой маршрут. Тогда вы откроете в себе какую-то середину золотую, не 23 города, а один город и поперек, а не вдоль улиц всех. И детям становится интересно, вам становится интересно, и вы находите свой новый путь. Вот здесь это так работает. И я теперь регулярно стараюсь ходить. Это оказалось прекрасно, есть карьер недалеко от нас. Я о них знала, но мне как-то не очень хотелось, потому что, опять же, я слышала, что они не очень чистые, либо что-то еще, либо много народу. Но не приходило в ум, что люди рассказывают про много народу, опять же, в выходные, придя в будни, там пусто, там классные белые пески, там убрано, там все время убирается. И мы с детками, я прям буквально их снимаю, там с садика, малыш пока старше у меня дома, мы ходим пешком, добираемся 7,5 километров, они самокатами, очень классно, здорово всем. Это получается... Так, вот девушка продолжает, сейчас мы поговорим. Свет, слушай, почему не могу нажраться мороженого? По 15 в день могу съедать. Это чувство сладости, как правило, вот у меня мороженое отвалилось, потому что я осознала, это чувство детства для меня было мороженое. Через некоторый период я поняла, что ем просто пластмассовый жир какой-то непонятный, когда я некоторый период его не ела. Проработав его, я прорабатывала у себя и тоже рассказываю, как это делать через психосоматику, связку в детстве, через вкусовые пристрастия. Да, и с Маринкой тоже куклиной, у нее были какие-то срывы, она говорит, не ела, сырое, потом раз на мороженое потянула, тоже что это, разбирали это. Какие-то именно проработки детства, когда это хотелось есть, мы вспоминали историю детства, рассуждали на эту тему. Но вообще зажоры же, они связаны, Свет, у нас в первую очередь своей нереализованностью, насколько я, вот для меня это так. Я бы сказала немножечко не так. Я бы, наверное, все-таки сказала, что любой вкус, неважно какой, мы же, когда едим, и зажоры — это та же самая еда. И любой вкус — это эмоция. Как только вы поймаете, какую эмоцию вы этой едой хотите себе привлечь, либо вернуть, как только вы проработаете эту эмоцию, эти чувствования, у вас это отвалится. Но это тоже, да, процесс. Я за 5 минут вам это все равно не расскажу, как это делается. Но просто вот вас натолкнуло на мысль, подумайте об этом. Да, вот как раз я с Маринкой, то, что мы разбирали тогда, вспоминали ситуацию детства, какие эмоции побудили есть мороженое. То есть хотелось получить эмоции, с чем это было связано. И потом это разбирали. Вот так же Натуля пишет, тоже ела мороженое. Она у меня на сыром, на сухих сидит часто.
Но вот последний раз приехал из другого города, я, говорит, ела мороженое. Мне было плохо, да, плохо, Наташ, быстро от него набираешь вес, и все, и пухнешь, аж такой неровный становишься, не просто опухший, такой вот. Я вижу по людям, не знаю. Мороженое давно не ела, не хочу, и даже не хочется. Но это эмоции, любой вкус, конечно же, эмоции. Ну, нужно разбираться здесь. Про реализацию. Реализация любая, связанная с эмоцией. И для меня зажор — это был реализация, лично у меня как. Я разбирала вкусы по эмоциям, но знаете что? Вот сейчас последний случай, да? Сейчас уехали на природу, все прекрасно, все замечательно. Но у меня закончились мои заказы, мои любимые пациенты, друзья, клиенты. И я немножечко как бы замкнулась на своей семье. Но я не только моя семья. Я не только, да, вот вы все вместе, не только общение со Светой, да. Я даже подумала, что я буду делать, если у меня не будет эфиров. Я даже себя на этом ловлю. То есть настолько организм к этому привыкает, к любому нашему действию. И вот именно там, на природе, я почувствовала какую-то скучность. Нет, не было реализации. И я реально, то есть, подожрала авокадо с орехом, я нашла. И я себя поймала на том, что я не хочу останавливаться. И утром я вышла на кухню, в палатку и сказала, ребят, кто сегодня будет заниматься йогой? Я прошлась по лагерю, собрала всех, посадила, пришла даже собака, легла на коврик заниматься йогой. И потом я сделала всем массажики, небольшие, короткие. И когда я увидела результаты, эту вправленную ножку, кого-то выслушала, у него плохие отношения с папой, как она заморачивалась, как ей стало легче. Да, вот эту любовь, непроработанную с папой, как снялись спазмы мышцы. Другой, как просто вот встал у меня наш повар, он стал шататься, говорит, что с моим телом? Говорит, я стал такой непонятный. И ходили весь день, это обсуждали. Я ходила, ходила, раздавала вот то, что я могу, видела счастливых людей. Для меня это было такое вдохновение. Я поняла, что моя энергия снова потекла. Я приобрела свой дом внутри, свою целостность. Я себе настоящая, вот она я. Вот это я осознанная стала. И моя энергия, которая начала транслироваться, мой зажор сразу закончился. Вот она, моя реализация пошла. И эти эмоции основные, эмоции любви и счастья, когда я занимаюсь тем, что мне нравится. Да, Поэтому самое очень главное, это важно. понимать тонкую очень грань, когда мы еду меняем на какое-либо действие, просто чтобы забыть еду. Это один момент, а другой момент, когда мы четко понимаем, что мне лучше сделать вот это действие, чем поесть, когда мы ставим на весы, и мы понимаем, что перевешивает. И это очень тонкая грань, которую тоже не каждый может отследить. И именно поэтому многие люди уходят в зажор, потому что они просто меняют, одно меняют на другое. Они не убирают еду. Они просто на какой-то период ее подменяют искусственно какими-то своими действиями, которые они думают, что они заменили еду. Но они просто ее отодвинули, потому что в этот период им они не могли поесть. Знаешь, я просто зачиталась, интересно начинается диалог. Девушка пишет, вот та, которая с зажорами, я ее понимаю, в чем суть жизни-то? Ну, предположим, очистились все, смысл жизни пропадает. Но ведь не есть это не про святость. Можно также пойти потусить, что-то еще поделать, заняться любимым занятием. Почему это нужно? Вот смысл жизни, в чем смысл жизни? Пожрать и полениться? Но можно также выйти в парк на неведении, также полениться, походить, посмотреть по сторонам, ничего не делать. Не обязательно что-то делать. И да, я совершенно согласна. Эфир — это тоже наш этап. Все это этап, все пройдет, все это прекрасно. И вот тот же человек отвечает, что смысла жизни нет. Инструкцию по рождению дают не нам. Нет вообще никаких инструкций, когда осознаешь, что ты настоящий, что кто ты, понимаешь, то инструкцию создаешь ты сам в своей жизни. Вот.
Я бы сказала не И так, что тогда... когда ты осознаешь себя, у тебя уже нет ни инструкций, тебе уже не хочется ничего создавать, ты просто живешь в благости. Тебе не нужно ничего создавать, тебе не Для нужно меня это инструкция создавать просто жить. инструкции, чтобы было этот пошагово. Да, для меня это инструкция создать здесь и сейчас. Для меня очень сложно, понимаешь, мы с тобой в учемся фишка, мы с тобой с разных сторон. А для меня именно структурироваться это стать здесь и сейчас. А, потому что я всегда улетаю. А, у меня другое, понимаешь, внутри. Я с детства вижу, слышу многие вещи, и я уходила в этот сказочный мир, который всегда был параллелен и есть сейчас здесь. И для меня быть здесь и сейчас — это вернуться именно сюда, структурироваться, найти свою инструкцию, заземлиться. И тогда я становлюсь здесь и сейчас. Поэтому я немножко другую аббревиатуру про то же самое говорю, с другой стороны. То, как я это вижу, то, как я это почувствовала для себя. Вот. Но совершенно с тобой полностью согласна. Я тебя поняла, о чем ты говоришь. Но я для себя это называю не отваливание инструкций и жить в хаосе, потому что я, наоборот, от этого ухожу. Я не говорила про хаос. Я Я ни в всегда... коем случае про хаос не говорила. Для меня это хаос просто. Я терялась, не Нет, могла это себя разное найти. абсолютно. Я терялась и не могла себя найти, если... Пора за чистую монету, то, как то, что ты говоришь. Вот. Это очень интересный момент. Я это не первый раз слышу, когда я первый раз познакомилась с Галей Шарас, и я говорила, я хочу структурироваться. Она говорит, ну ты уже здесь и сейчас, у тебя все есть. Я говорю, нет. И значит, это не про структурироваться, это даже не про инструкцию, а это просто про заземление, про нахождение себя здесь. То есть осознать, что вот я не летающий там где-то непонятный шарик, а я уже здесь. Не искать себе по задворкам, не улетать куда-то. Вот. И для меня это есть Нет, на самом инструкция. деле, когда ты в состоянии осознанности, ты никуда не улетаешь. Тебе не Вот. нужно никого искать, Вот. тебе не нужно себя искать. Да. И это далеко не хаос. И это не про инструкцию. Это что-то между, это что-то посередине. Но чтобы мне приобрести это состояние, для меня нужно немножко инструкции. Для меня нужно немножечко осознанности, немножечко целостности, немножечко вот этой твердыни, которую вот эту легкость внутреннюю заземляет, и я приобретаю себя здесь и сейчас. Ну вот я к этому пришла. Давай еще почитаем. А в чем суть Давай. жизни? В чем суть жизни, да? Вот у каждого суть жизни своя. Что вас окружает? Посмотрите вокруг себя. Вас окружают люди, вас окружает, наверное, работа. И эти люди, они прекрасны. И суть жизни не в том, чтобы наслаждаться только собою, а наслаждаться тем, что находится у вас здесь и сейчас. Научиться видеть это. Научиться видеть эту траву, это дерево, этих людей, не только себя, но себя вместе с ними, и не только их. Есть люди, которые больше внимания переносят на противоположных каких-то, да, вот людей и любят выражаться через других людей, больше помогать другим. А есть люди, которые, наоборот, больше через себя. Вначале эгоистично, а потом выходят вот в эту гармонию, чашку весов посередине, находя себя. Ну, это немножко грубое, наверное, понятие, что эгоистично. И то же Да. самое грубое понятие, что реализовываются через других. Да. То есть тут же тоже очень тонкая грань. Когда ты реализовываешься через других, помогая другим. Здесь же можно сказать, что ты просто себя ставишь на ступеньку выше другого. То есть ты считаешь, что ты лучше его, что он без Да, твоей помощи не справится, и ты конечно. такой благотворитель готов ему помочь. Здесь тоже нужно очень четко понимать, почему ты хочешь ему помочь, что мотивирует тем, чтобы ты ему помог. Потому что нет Что ты ценности себя. и эгоистично тоже вот это вот неправильно. То есть, если ты начинаешь с себя и говорится, что это эгоистично, если мы не будем начинать с себя, у нас ничего не простроится.
Если мы не сделаем себя счастливым, то мы не сделаем счастливым никого вокруг. Да. И это факт. Нельзя бедному человеку научить другого быть богатым. Да? Ну, вот это вот такая вот обычная банальная фраза. Конечно. И поэтому, с какой бы стороны мы ни посмотрели, оно в любом случае можно это повернуть по-разному. Нужно, но пока вы не узнаете суть, почему вы это делаете, вы никогда не узнаете причину, зачем. Да. Но, как правило, люди помогают другим, насколько я наблюдаю, те, кто ко мне вот приходили, общалась, потому что люди не умеют ценить себя. Они себя не ценят, потому что они себя обесценивают с самого детства, через отношения с родителями, в первую очередь. А поначалу с мамой, потому что это долгая история, мы с тобой это уже 500 раз поднимали. Я об этом пост писала, да. То, что люди забываются выражать свои истинные чувства, и просто банально шаблонами выражаясь, и ребенка ставя границы, он начинает чувствовать себя ненастоящим, и пытаясь становиться настоящим, как требуют от него родители, одевает маску одну, вторую, третью, и может хитрить и прочее, и терять ценности, чувствовать вину и все что угодно. Но именно через свой опыт, каждый именно через свой опыт может прийти к себе. Именно только через свой опыт. А, это интересно такое. Я рассуждала эту тему, потому что я читала книжки и тоже пришла к тому, что первый, кто начал ломать абсолютную любовь, это наш Творец, Создатель, который выгнал Адаму и Еву, сказал: «Марш отсюда! Вы ошиблись!» И это изгнание, знаешь, сейчас присутствует у каждого родителя изгнание. Но в первую очередь, на мой взгляд, нужно первое, что сделать, это принять ошибки родителей, да? Полное принятие, осознать, что дело все в нас. А есть ли ошибки? Есть Нет. ли ошибки? Послушай, и здесь как не таковая ошибка, а просто другое поведение. И осознать, что просто... кто есть я, да, и какое поведение мое, и что это не ошибка, что это просто взгляд другого человека, позволить ему так думать, но вспомнить о том, чего бы я бы хотел бы раскрыться. И вот, вот это изгнание, я потеряла мысль сейчас, хотела договорить, у меня такая мысль интересная вчера возникла, пока я писала этот пост об изгнании, что это тоже какой-то определенный шаблон. А, вот, что хороший учитель, он не скажет, как делать, да, не даст пример списать с доски, вернее, вот это я имела в виду, а просто скажет, приобрети свой опыт, и даст им кучу примеров решать дома. В этом есть обучение. Пройти эти примеры дома, в домашке, там, на уроке, там, потом будет контрольное. Также здесь мы все для того, чтобы перестать ошибаться, проходим определенные события в своей жизни. И через прохождение этих событий, получая опыт, мы учимся. Вот. И это изгнание не просто так, а для того, чтобы просто научиться. Все очень просто. Так, я сейчас дальше пролистаю. Начало. Про мороженое мы поговорили. А после воздержания от пищи в зажоры всегда ухожу. А, вас не огорчает привязанность к дому? Вот. А никто не говорил о привязанности к дому. Мы просто проговорили, что такое дом. Почему она должна быть привязанность? У меня сегодня может быть один дом, завтра я могу уехать в другой дом. У меня нет привязанности к дому. Да. У меня тоже такого нету. Я могу делать комфортные условия в другом доме, в другом месте, в другом городе, в другой стране. Я поняла. У меня такое было чувство, да, привязанность к дому, она мешала, когда я еще не до конца проявила свои границы и полностью не высказала честно для себя, что я хочу, что я могу,
и разграничила, что хотят другие, и как бы не пересекаясь, никого не вовлекая в эти процессы, и стала четко делать в своей жизни, что я хочу, границы. Вот. Когда это отсутствует, ты начинаешь чувствовать свою привязанность и как будто кому-то что-то должен, обязанность. Вот это про это, я поняла, про что вы говорите. Это, у меня такое было тоже. Но когда я позволила себе выражаться, как я хочу, без страха, да, без сожаления, без крика, без надменности, а просто вот даже не заявляя, а просто говорить, мне нравится так, а почему я должна там делать так, то пошли спокойные разговоры, рассуждения, и все поменялось. И меня теперь ничего не привязывает к дому совершенно. Так, мы поговорили, как Настя, не могу пойти в путешествие, ты сказала. Ага, как можно найти себя? Игры ума, Настюша пишет. Придумал, что ему надо, что-то найти. Как можно найти себя? Игры ума. Да, игры везде ума присутствуют. Я, знаешь, чего еще в последнее время замечаю? Я все время смотрю, дети часто играются, играются, а потом взрослые говорят им, не делай так, это неправильно. Они же ходят, играются. Ну, блин, получается, мы сами себе, раз наши дети — наше отражение, да, это отражение взрослых, они сами себе запрещают играть в какие-то игры. Это говорит про дефицитарность, про ограниченность ума. Это раз. А во-вторых, мы лишаем детей возможности самовыражения у себя. Это два. И я сравниваю эти игры, знаешь, дети играют, а мы точно так же играем. Только у нас игры по-взрослому. На самом деле никакой разницы нет. Я себя на этом ловила. То есть разницы... Нет. На самом деле нет разницы вообще ни в чем. Да. Расскажи, продолжай, это интересно. Расскажи про разницу. Ну, у нас что такое? Вот все говорят, это игры ума. А что такое ум? Где он находится? Почему все вцепились за этот ум? Почему там цепляются за что-то? Мы цепляемся за такие банальные вещи, которых не существует. И мы за них цепляемся только лишь потому, что мы боимся уйти в неизведанное. А для нас неизведанное то, что изначально предназначалось для нас. То есть для наших базовых настроек. Мы настолько гениально, наше тело создано, настолько гениально создано все вокруг. И мы даже, наверное, вот я сейчас познаю свое тело, как оно вообще реагирует, что оно может. Какие вещи, если я раньше о некоторых вещах думала, что это только, ну, бывает там в фильмах про фантастику, то сейчас я понимаю, что это действительно мои базовые настройки, это то, что заложено во мне, то, что заложено в тебе, то, что заложено в каждом. Но прийти к этому может не каждый. И не потому, что мы какие-то особенные, а потому, что не каждому это надо на самом деле. Вот смотрите, есть, например, у нас, ну, практически у всех, вот у меня, у Кристины, там, кто нас смотрит, есть две ноги. Мы можем ходить, можем бегать, но это не говорит о том, что мы все станем олимпийскими чемпионами, правильно? И то же самое здесь. Как только мы начинаем возвращаться к своим базовым настройкам, мы понимаем, что все в мире, вообще все создано здесь для нас. Да. И абсолютно без всего это можно делать. Это можно делать. Мы можем общаться без телефона в любой точке мира. Мы можем передвигаться, мы можем смотреть не глазами, мы можем слышать не ушами, мы можем говорить не ртом. И это все уже заложено в нас. Просто мы настолько закапсулированы вот в этом во всем, чтобы нам вот это вот все скинуть и найти такого же человека, как я, там, как кто-то другой, очень сложно, чтобы начать, например, с ним общаться другим методом. Очень сложно, чтобы там передвигаться другим методом. И когда мы говорим, что вот еда, там, вот это вот костыли,
Нас везде окружают костыли, потому что мы настолько боимся довериться хотя бы самому себе, что мы постоянно себе подкладываем что-то, чтобы не упасть. Но мы изначально не можем упасть. Как только мы поверим вот в это все, хотя бы поверим. Я уже не говорю о таких каких-то других вещей, потому что сложно пока многим вообще проникнуться, во что я говорю. Но если вот мы уберем все вот эти вот подушечки, которые к себе постелили, мы не упадем. Мы уже так запрограммированы. Мы уже настолько совершенны, нам этот аватар дан не для того, чтобы мы там вот эти все философские, какое у нас предназначение, какое у нас вот это, какое у нас вот это. Ребят, не смотрите в те вещи, которые вам сейчас не нужны. Начните концентрироваться как минимум сначала на себе. Только не внутри себя и вот так вот смотреть. Вы должны четко понимать, что вот этот аватар, вот это вот тело, оно у вас находится. Вы больше, чем это тело. Вы не есть тело. Вы не вот в этих вот границах. Вот эти вот границы в вас. И насколько вы их расширите, это зависит только от вас. И к этому может прийти абсолютно каждый, если вы захотите идти. Да, это как раз то, с чего я начинала. Я не есть Кристина. Это очень помогает. Эта история не про меня. Вот, да. И то, что про меня думают, это тоже не про меня. Нет цепляния. Это классно, это здорово. Но на самом деле хотелось бы поговорить о таких более тонких, не таких более абстрактных. Как ты любишь спать? Я, допустим, люблю спать на полу. Я с детства очень любила спать на полу, у нас было жарко. И знаешь, такая фишечка прям вот, ну, я же в Сочи сама, жара, все ложились на пол, там простынка накрылся, там жарко, все повыкидывал. А потом, естественно, все перебрались на кровать, Москва, фигу моё, холодно. И когда второго ребенка родила, у меня полетел позвоночник, ну, в общем, полетел до этого, была авария, все это, короче, вскрылось, плюс там ломанный копчик во время родов и просто трындец. Я поняла, что без пола я жить не могу. Вот как только ложилась на кровать, все такое, утром я просто не могла встать, дикие боли. И я уже как лет так 9. Наверное, 9, да. Ого. Сплю на полу. Я, как знаешь, переезжаю с Ваха, как кошка. Сегодня я сплю здесь, завтра я сплю здесь, потом я сплю здесь. И ко мне дети перебрались. Ну, это так прикольно, это так классно, нет никакого цепляния. Здорово. И обсуждали, да, тему, если матрас, то делать матрас. Да, с моей стороны, чтобы было очень жестко. Прям вот деревяшку, там буквально чуть-чуть одеялка, чтобы это просто был как пол. Настолько уже я привыкла к этому. И потом заметила, опять я заметила, что это привычка. И я начала думать, что я не могу спать на диване. И мы раз куда-то выехали, два, и мне стало некомфортно. Потом я такая, стоп, стопы, это привычка. Это просто так ум думает. Я совершенно здорова, мне все хорошо, мне комфортно везде. И я стала спать снова на кроватях. И я сплю теперь везде. Если мне нужно спать, я даже могу это сидя, совершенно не цепляясь. То есть мои 2-3 часа меня вырубают, я там улетаю. Вот, бывает такое, что я слышу, что происходит. Это будет, допустим, ранний сон. Это вообще короткий, если ранний сон, чем позднее, тем более потом разбитый. Я буду, я стараюсь пораньше где-нибудь, вот в период, пока еще гормоны восстанавливаются хорошо. Я могу сказать про себя, что я вообще не люблю спать. У меня мы сколько, наверное, чуть больше недели, мы с детьми, наверное, уже недели две, мы с детьми полностью разобрали мою кровать. У меня сейчас нет места, где бы я вообще могла прилечь. Я сейчас в другой степени следую свое тело, вот, иду дальше и минимизировала совсем сон. То есть я его минимизировала до нескольких часов в неделю.
поэтому у меня нет кровати. Ну да, здорово, это все впереди. Но вот на данный момент у меня такой процесс. Спасибо, что поделилась. Вот. Мне важно иногда просто занять это положение, побыть в том состоянии, которое вызывает, опять же, эмоцию. Это как еда. Сон тоже как еда. То есть, но из двух зол обычно, если хочется что-то подъесть, лучше полежать. Вот, мы с Настюхой тоже эту тему обсуждали. А если лежишь, то ты лежишь, то ты ловишь себя на тех же эмоциях, я заметила, которые связаны с тем, что ты лежишь. То есть какая-то определенная ситуация вызвала тебя к тому, что нужно полежать. Опять же, полежать — это те же эмоции. И когда ты их разбираешь, так же, как еда, сон начинает отваливаться. А зачем? Ну, что я хочу? Что поменяется, если ты полежишь? Ну вот что? Да на самом деле ничего, да? Все это просто надумано, выдумано. Тело, оно требует иногда отдыха, потому что оно хочет энергию. Энергию можно получить по-другому. Значит, нужно найти просто другой способ, возможно. Я с этим не согласна в корне. Нет, я с этим не согласна в корне, потому что еда и вода — это первый уровень, да, еда и жидкость. Сон — это уже следующий этап, следующий, и он не... Если а еда, я не говорила про уровни. Я с тобой согласна, что это разные эмоции, уровни. Но это схоже. Да, но сон — это не эмоции, это не то же самое, что еда. Ты говоришь, это то же самое, что еда. Сон — это абсолютно другое, это то, что касается времени. Это то, что тебя переворачивает во временном контенте. То есть, это когда уже, ты да, меняешь свою капсулу времени. Это действие сна. Нет, это действие вне сна. Ну, как действие, раз. Ну, это действие вне сна. То, к чему приводит неспание. Это после действия. А сон, я заметила, именно полежать вызывает определенные эмоции. Отдохнуть, расслабиться, лень, подумать. Ну, Нужно наверное, полежать. это определенные эмоции вызывает только на том этапе, когда ты постоянно спишь. Когда ты начинаешь спать очень редко, не каждый день, очень мало, Вот. то сон — это уже не эмоция, это уже другое состояние. И когда Да. ты ложишься, это не эмоция, это состояние физического тела. Оно не связано с чувствованием. Это абсолютно другое. А эмоции — это только тогда, когда ты в постоянном сне, когда ты постоянно спишь, пусть даже немного, но если это будет регулярно, то это, да, это эмоции, это тот уровень будет. Но когда ты его убираешь, 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 оно абсолютно не связано, ты понимаешь, что оно абсолютно не связано ни с чувствованием, ни с эмоциями. Это другое, это именно физическое состояние уже твоего аватара и переход в другую временную капсулу. Согласна. Но это уже более глубже. Это уже более глубже, такой более детальный разбор сна. И я делала депривацию сна. Я знаю, про что ты про временное ты говоришь. Мне очень нравилось состояние, когда я просто спокойно иду. А мне девчонки спрашивали, я поражалась, они, ты куда там бежала, летела? И столько всего успеваешь сделать за этот день, который там третий уже не спящий, потрясающее состояние, классное. Ради этого нужно стоить депривацию сна делать. Это нужно попробовать. Это сложно передать словами, потому что это просто информация. Любой опыт — это знание. Это нужно узнать и познать через собственный опыт. Вязать. Так, Нет, ну... 22:11. У меня часы идут вперед. Просто со временем как? Во сколько я начала, я не помню. Я боюсь, что может слететь эфир. Ага. Может, сохранимся? Да-да-да. Пусть ребята предлагают следующую тему, обязательно разберемся. Следующую тему, да. Можно порассуждать на тему эмоций, опять же, да, на тему установок, что сегодня всплыло, что интересно. Вот. Ну, и на тему это да, очень сложно. Поразбирать на личном сложно опыте, будет на говорить. Опыте своих пациентов. Это такая более индивидуальная Взять проработка. Опыты просто, за примеры.
Возможно. Возможно. Главное, чтобы чужие примеры не начали люди мерить на себя. Эмоции, столько на определенных выборах, выбрать какие-то определенные примеры и на них разобрать, если только так. И делиться своим опытом. Ну ладно, дорогая моя подружка. Всего доброго, целую, спасибо. Обнимаю. Да, пока-пока.